Ну что, сегодня второй зимний день, который мы проводим в деревне. Прекрасный день. Мы, в общем-то, планировали зимой ездить реже. Но получилось так, что выпал снег, хороший снег. Выпала зима. В каком плане, я говорю, выпала зима? В том плане, что похолодало, реально похолодало. Стало минус 20 градусов. Все стало... замерзло, все стало хорошеньким таким, прекрасненьким. Ну, пропустить такой день было как бы и не очень приятно. Решили съездить, решили посмотреть, что здесь творится в этот день. Шикарно. Зима. Это зима. Вчера все было занесено, вчера все было в снегу. Сегодня уже с утра просыпаемся, по дороге проехала снегоочистительная машина, все расчистила. Так что вот наша деревня. Сегодня 9 января 2017 года. Сегодня последний день. Хотя нет, сегодня уже первый рабочий день. Люди начали работать. Люди начали вон чистить снег. Соседи чистят. А мы тоже с утра встали, почистили. Так что все нормально. Чуть-чуть потеплело. Уже всего лишь минус 15-12 градусов. Это уже тепло. Переночевали первый раз в домике в мороз. Ну что, оказалось, что вполне ночуемая такая ситуация. То есть вполне жить можно в такую погоду. В деревне домик прекрасно держит тепло, прекрасно набирает тепло. То есть нагрелся быстро, согрелся быстро. В общем, все было не вопрос. И хотя под утро было чуть прохладнее, чем обычно. Обычно у нас после вечерней протопки под утро где-то градусов 20, сейчас было 15, но все равно не замерзли, ничего. В общем, прелесть, что сказать, зима. Ну и добавлю вторую половинку. Вот зима на участке. Снега. Ну, вот так снега. Трудно сказать, сколько. Но я думаю, не так уж и мало. Сантиметров 15-20. На теплице, соответственно, тоже я уже немножко, правда, краешек отбил. Но на теплице те же самые 15 сантиметров снега есть 100%. 10-15 сантиметров. Она терпит. Ей это пока нравится. Ну, бог с ней. Раз теплице нравится, нам-то чего? Мы-то коза. Вот, так что где-то так. По снегу только кошки с собаками бегают. Снег утоптанный весь, потоптанный собаками. Но основное поле, конечно, заснеженное, чистое, пустынное. Хорошо. Вот если даже дальше начнет подтаивать, то все равно в этом году зима снежная, зима мороз, почему нет, морозная, январь, уже свои 20-25 градусов имел, так что сугробов возле теплицы навалом, везде сугробы, везде снег, везде красота, задворье, переддворье, тепличье, в общем, мы очень и очень довольны, что съездили в деревню. Мы еще, правда, отсюда и не уехали, но мы себя пересилили и заставили себя съездить, посмотреть, как это зимой, можно ли здесь или нельзя находиться. Оказалось, что можно. Будем ли мы ездить чаще? Наверное, нет. Потому что план одна поездка в две недели у нас, наверное, так и останется. Но главное, в чем мы убедились за эту поездку, что совершенно без вопросов можно здесь жить, в нашем домике. Домик оказался теплым, домик оказался
чудесным. И несмотря на то, что этому домику уже, по сути дела, скоро будет 100 лет. Так что вот так. Для тех, кто не был в деревне зимой, можно только пожалеть этих людей. Еще сегодня мы погуляем, еще посмотрим, что вокруг. А так пока все.